Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем переводить предложение. И у нас, ну, такое, не знаю, простое, непростое. Ну, оно технически, оно, конечно, сложное, но вроде бы как оно на первый взгляд простое. На следующий день, когда я пришел к Стивену, он прям сиял от радости. На первый взгляд здесь все просто, здесь все очевидно. Когда я пришел, прошедшее время, time, close, естественно, придаточное предложение времени, следовательно, у нас здесь тоже прошедшее время будет. Далее, прямо сиял. Ну, вот это прямо сиял, возможно, будут какие-то проблемы и от радости тоже. Поди его знай, как его там сказать. Но это, по большому счету, просто слова, не более того. Поэтому здесь, ну, все упрется в знание слов. Но никак, по-видимому, не в знание грамматики. Но посмотрим, правда ли это. Возможно, это и не так. Возможно, за счет грамматики тоже можно как-то выехать. Итак, возьмем сначала дословно. The next day, далее запятая, здесь ее тоже можно сохранить. When I came to Stephen, и далее he, и далее нам надо как-то вот это сиял и прямо, и все такое. Я, наверное, поставлю continuous, was, далее мне надо прямо, я поставлю just, любимое всеми нами слово, а далее beaming, это, собственно, сиять. Ну, как бы это, испускать лучи радости, если угодно. И далее, with, обязательно with должно быть. То есть, сиял от радости. Вот это от, это вот это with. И далее, joy. И все, дело сделано. Значит, что мне здесь может не нравиться? Ну, по идее, мне должно здесь нравиться все. Здесь все прекрасно. Но как можно это предложение сказать иначе? Если я хочу показать, что я много чего знаю, можно было бы так. Coming to Stephen the next day. Придя к Стивену. Здесь having come тоже можно поставить. Но я не хочу, поскольку у меня действия одновременно почти были. То есть я пришла и сразу увидела. Поэтому я не хочу having. Далее запятая. А далее я сделаю такое. Если я поставлю здесь оборот, у меня пропадает подлежащий. И поэтому мне его надо так сделать. Мне нужно еще какое-то действие изобрести. Его здесь нет. Но... Если я пришла, и он сиял от радости, значит, наверное, я это заметила или увидела. Поэтому здесь будет, наверное, я не буду see ставить, это очень так затаскано. Я поставлю found. Я нашла его сияющим от радости. I found him. И далее я еще один ing поставлю. Beaming with joy. Это если я хочу показать, что я знаю, что есть обороты с причастиями. Далее, если я не хочу начинать со времени действий, если я сразу хочу перейти к сути, как это можно сделать? Я увидела, опять я поставлю то, чего не было, или нет, наверное, я увидела, не буду говорить, я скажу I noticed, я заметила. Далее, Стивен, и далее, я, наверное, опять поставлю инговую форму, но я поставлю другую структуру с вот этой радостью, я сделаю так. Being radiant. Это то же самое, только radiant в данном случае у нас прилагательное. И поэтому мне нужно being. Being radiant with joy when I visited him the next day. Здесь можно было бы даже поставить while I visited him the next day. Ну, да ладно, пусть будет when. When точнее. Теперь далее. Что если я не знаю вот этих вот beaming with joy, be radiant with joy, излучать, источать и все такое. Ну вот если я не знаю таких слов, что мне делать? Как выйти из положения? Опять же, грамматика мне никак здесь не поможет. Поэтому придется хитрить с теми словами, которые я знаю. И допустим, я могу еще такое. On my coming. И далее to Steve's place. Придя в гости к Стиву. Предполагается, что к нему домой. The next day. И далее I saw. А далее him. И далее у меня можно сказать be. Или being. Как мне больше нравится. И далее full of joy. Полон радости. Смысл тот же самый. Или, если я не хочу. Здесь у меня по большому счету complex subject получается. А если я не хочу его ставить. Или не знаю его. Я могу сказать еще проще. I saw. That he was full of joy. То есть самое обычное придаточное предложение. А могла бы еще даже так сказать. I saw that he was happy and full of joy.
Теперь у меня есть еще один шкурный момент. Я везде, почти везде проигнорировала вот это слово прямо. Just. Я его поставила в первом предложении, а дальше сделала вид, что его не надо ставить. Но это неправильно. Если, допустим, у меня обороты, я могу поставить наречие в оборот, это не проблема. Но just здесь лучше не ставить. Здесь лучше всего поставить слово literally, буквально. Далее, я могу поставить really, чем плохо. Или very даже. Ну, а здесь я могу спокойно поставить just, вернуться к тому, от чего я ушла. И вот здесь можно just поставить. Ну, а если у меня complex object, мне придется ставить его вот здесь. I saw him literally being full of joy. Вот таким вот образом. Итак, если посмотреть на все наши варианты, самый оптимальный вариант, естественно, первый. Он самый простой, самый понятный. Далее, второй вариант. Тоже неплохо. Третий вариант. Тоже может быть. Четвертый вариант. Ну, скорее, заумно и очень длинно. Причем длинно без всякой на это причины. Ну, то есть, да, конечно, может быть, если, допустим, я придаточное предложение ставлю. Но если я ставлю придаточное предложение, если я не знаю, как пользоваться оборотами, тогда мне можно было бы уже сказать, не мороча голову, when I came to Steve, I saw that he was just full of joy, или что-нибудь такое. Ну, вот это будет пятый вариант. И если у нас появляется такой пятый вариант, тогда четвертый вариант, ну, нам, в принципе, и не нужен. Ну, то есть, маленькая галочка такая, крошечная, можно, но зачем? Если есть пятый, который позволяет нам избегать всех этих заумных конструкций и заумных слов. Итак, скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на весь плейлист по переводам предложений. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.